Сегодня мы с вами будем обедать в самом старом ресторане мира, как говорит книга рекордов Гиннесса. Это ресторан Ботин. И тут пришлось нам резервировать место, просто так сюда не попасть. Нам повезло, действительно, на сегодняшний день был столик. Мы не знаем, где нас спасает, но мы идем. Вот мы проходим. Вот. Ола. Андрей. Да, мы действительно были в списках. И теперь мы. Теперь мы с вами можем пройти наверх. Нам сказали, чтобы мы поднимались. Так. Идем наверх. Будем сидеть, наверное, около окошек. Сейчас посмотрим. Я так понимаю, можно выбрать любое место. Да? Hola. Hola. Son tres? Tres. Por favor. ¿Ustedes quieren?